Роскошные крупные бусы, которые называются «Медовый нектар», это бусы, которые сочетают в себе сразу несколько видов янтаря. И они такие красивые, крупные, много вставок. Вот он, натуральный янтарь. Это главное предложение дня, чтобы взять с собой в осеннюю пору частичку солнца и лета. Мы приготовили янтарные бусы «Медовый янтарь». А янтарь – это гордость России и настоящее золото Балтики. И посмотри, сколько много здесь золота. У нас представлено сразу в двух вариантах на выбор. Мы видим геометрию овальной формы и квадратной формы. Плоские, крупные, яркие станут отличным акцентом на зону декольте. Прекрасно лягут как на обнаженные декольте, так же и на красивую вязаную водолазку. В общем-то, это украшение, которое будет в любом случае харизматичным и ярким акцентом. Взгляните, как же это смотрится даже издалека. Ну а Рима Агафошина, наш ювелирный эксперт, более 10 лет занимается оценкой драгоценных камней. Во-первых, она и художник, и она стилист, понимает все в дизайнах и в стильных модных образах, дает нам рекомендации. Натуральный янтарь, боже, это теплые, это кусочки солнца, это счастье, радость и медовый вкус. Все, что мы сегодня приготовили для вас. Да, действительно, это украшение, в котором живет солнышко. И посмотрите, как его много, потому что наши бусы в любом случае будут крупные. Либо в квадратной форме у нас составляет ширина бус 22 миллиметра, либо в овальной форме, если вы выбираете, вы получаете целых 25 миллиметров. То есть это яркое акцентное украшение, которое будет здорово и харизматично дополнять ваш образ. А еще это ручная работа. Это бусы, которые создали для вас молодые ювелиры, современные. И именно такие ювелиры работают над образами, которые вы можете видеть на европейских подиумах. Да. Ну и, конечно, цена на такие украшения в Европе сильно-сильно высока. Но у нас сегодня такой приятный день. И у нас балтийский янтарь. Боже мой, вы только представьте, янтарь ценится во всем мире. Во всем мире, посмотрите, это модные показы таких столиц, как Париж, Милан. И мы видим крупные, красивые коллекции из натурального янтаря. Сколько же стоит там натуральный янтарь? Ведь это наше достояние. И европейки действительно гоняются за нашим янтарем, но сейчас мы можем вдоволь насладиться именно нашим балтийским золотом. Не отказывайте себе в удовольствии, это балтийский янтарь. Если вы были в Калининграде, если вы ездили, если вы видели, вы это знаете. И это главное предложение сегодня. Сегодняшнего дня особенные бусы «Медовый нектар». Цена только сегодня 999 рублей. Выбирайте квадрат или овал, цена действует только сейчас. Ну и вот в Калининграде, слушай, ну это просто даже невероятно. Миллионы лет этому фантастическому солнечному камню. Да, 95% янтаря от общей добычи мировой, это составляет наш балтийский янтарь. Золото Балтики, как мы его привыкли называть. И действительно, там, где чистый воздух, где красивая природа, где много-много хвойных лесов, произрастает для нас вот такая красота. Взгляните, это камень, который напитывается не только солнцем, он напитывается витаминами, морскими минералами. И когда мы прикасаемся к этому солнечному украшению, да, мы приобретаем сразу целую гамму эмоций, мы приобретаем здоровье, мы действительно напитываем свое тело минералами, витаминами, ну и всем тем, что мы получаем, когда мы отдыхаем. Посмотрите, какие обширные и богатые свойства янтаря. Это камень, который помогает при всех болезнях. И проще сказать, да, что от чего он не помогает, чем перечислить все те свойства, которыми он обладает. Но я вам хочу сказать, даже раньше, еще в 50-х годах, один ученый создал специальную книгу рецептов, в которой было более 50 разных рецептов, которые болезни, от которых мог излечить янтарь. Посмотрите, вот такие яркие, красивые бусы. Вы можете носить каскадом, вы можете соединять их между собой. Все дело в том, что здесь у нас винтовая застежка, это очень удобно. И раз у нас сегодня такое соблазнительное по цене предложение, я рекомендую вам немного побыть дизайнерами своего образа. Что нам дает винтовая застежка? Взгляните, вы, допустим, берете... Ну, раз уж такая приятная цена у нас сегодня, да, 999 рублей, вы берете, допустим, сразу два варианта бус. Можно поиграть с геометрией, можно взять разные, можно взять исключительно квадратные и соединить их между собой. То есть вы с помощью винтовой застежки очень выигрываете в данной ситуации, и вы таким образом удлиняете ваши бусы, а значит, приобретаете в вашем образе еще больше янтарных красок и создаете для себя вот такой эксклюзив. Посмотрите,
какая получается длина. Класс! Ведь одни бусы у нас, Олечка, 55 сантиметров, а здесь получилось сразу 110 сантиметров крупного натурального янтаря, яркого, солнечного. Это то, что должно быть в коллекции каждой современной модницы. Однозначно. У нас есть квадрат, есть овал. И заказывайте сразу с браслетом. Бусы стоят 999 рублей, длина их 55 сантиметров. Браслет у нас стоит тоже 999 рублей. И брошь у нас тоже стоит 999 рублей. Брошь называется «Пышная хризантема». Заказывайте браслет. Это солнечные переливы. И наше главное предложение дня – медовый нектар. Представьте, это мед гречишный, это мед липовый, это мед разнотравья. Это вкус, то, что мы с вами забираем в осень, когда нам не будет хватать солнечных деньков. И вот, посмотрите, как это приятно. И это все природа, природные краски, природный вкус и природное тепло и жар. Ведь в каждом янтаре живет еще кусочек солнца. Да, и не только кусочек солнца, и очень много витаминов, и, в общем-то, когда мы носим янтарь, мы получаем только тепло этого камня, да. Мы дарим ему свое тепло, да, когда носим его на теле, и получаем гораздо больше тепла и витаминов, которые он отдает нам, ведь в каждом из них действительно кроются свои загадочные свойства. Но давайте поговорим о каждом цвете янтаря. Давай. Здесь мы видим, например, вишневый янтарь, такой яркий, насыщенный, он ощущается таким терпким, неразгаданным, приятен для глаз и улучшает самочувствие. Его предпочитают люди с тонкой душевной организацией. Величественные оттенки способствуют рассудительности и, конечно, подстраховывают от необдуманных действий. Далее, у нас здесь есть красивый золотистый янтарь. Он олицетворяет сияние, популярность, счастье, жизнеспособность, мудрость. То есть те, кто выбирает именно золотистый оттенок, как правило, это очень зрелые личности, старающиеся оставаться самими собой. Красивый, роскошный цвет также у нас... коньячный, цвет вкусный, теплый, насыщенный, создает ощущение благополучия и счастья, тем самым помогает преодолевать абсолютно любые трудности. Вот такой калейдоскоп эмоций, калейдоскоп разного вида янтаря. Итак, бусы, медовый нектар, записывайте название, звоните прямо сейчас, вы получаете за 999 рублей, длина бус 55 сантиметров, ручная работа, каждую янтариночку просверливают вручную, нанизывают вручную на шелковую нить. И при этом это натуральный природный янтарь. Добавляйте к бусам медовый нектар, обязательно браслет и брошь «Пышная хризантема». Выбирайте все самое лучшее, оплачивайте банковской картой и получайте еще 5% скидку.